Приветствую всех, с вами Феномен, и это финальная серия героического Каражана. Сегодня нам осталось пройти посудного голема, волшебное зеркало и шахматы. Ну, еще плюсом мы пройдем Молчезара. Как бы, вроде бы это и последнее крыло, но это первое крыло, да, просто мы проходим сверху вниз. Так вот, ну, как и обычно, да. Сегодня зал... Трех боссов попробую пройти. Не знаю, как получится, будем проходить. Прошлое крыло было очень простым. Вообще, наверное, самое простое крыло. Надеюсь, это будет посложнее. Ну, многие говорят, что шахматы сложные, но ладно. Увидим, все по очереди. Ну и первый босс нашего последнего квартала, зала, да, как бы он первый, но у нас он последний, это посудный голем. Он спамит 1-1 существ, поэтому я собрал кого? Правильно, мага. Маг, который... У него есть все. И я же знаю, такой маг на элементаля, грубо говоря. Если получится по темпу, мы его выиграем, и никаких проблем с ним не должно быть. По идее. Ну, как на деле будет, сейчас увидим. Обожаю танцевать. Ты давай там не напрашивайся. А то магичка тебя быстро-то на место поставит. У меня есть вестники Рока. Так. Наш первый ход, но поставить нам ничего. Прикол в том, что он все время бафает вот эти вот 1-1 тарелки, которые вроде как и не опасны. Но, блин, они могут так разбафаться. Так, вестник Рока. Ну, вестник Рока вначале это прям норм. Прям нарм. Ай. Не стал он ничего больше делать, ну и... Ну и хорошо. Нам главное терпеть. Опять свои тарелки. Но он каждый ход будет спамить тарелки. И вот такую всякую фигню. 5-5 вот эти вот. Дать огоньку. Которые таунты дают. Мы пока пробиваем. Ах, фак. Вот это неприятно сейчас было. Этот баф прям очень не в тему. Блин, какого хрена? Мы так не договаривались. Кувшин рано вышел, ну как так-то? Ладно, пока так. Может придет Близзард какой-нибудь. Ё-моё. Куда встать-то собрался? Мощный удар. Ну, этот ход будет болючим. Ой, будет болючим. Хорошо, что ему пока некуда поставить. Скорее всего, он сначала разменяется. Потом будет думать, куда поставить, и ничего не сможет сделать. Ё-моё. Так он себе сейчас карты спалит. У него 10 карт. Следующий ход он себе палит карты. Ретурд. Еще и карту спалил. Нет, не спалил. Все нормально. Ай, да больно. Блин, 10 хп. 7-8, ну ладно, сейчас почищу стол. А потом чего? Ой, отлично, минус вилка. Хорошо, подхильчик. Да иди ты в жопу, нож. Дракон. Дракон очень хорошо. Прям заходит на ура против этого посудного голема. По идее, его можно попробовать как-то замилить. То есть сожечь ему колоды. Я вот над этим думал. Ну что-то пока... Что-то пока не получается. Так как я думал, да? Блин, это вилка. Надо было вилку убивать. Вилку нужно убирать обязательно. Хотя, с другой стороны, мне сейчас броню откроют. Нужно еще какой-то овешка. У него 11 карт осталось. Кто хочет блаточек? Конечно, последовательность его очень радует. Так, он еще взял 3 карты. Чумачечи. Да. О,
Вот это хороший топ-дек. Вот это прям спасибо. Это я всегда. Ай! Ой, ай! Нет, не очень страшно. Блин, с этими 5-5-то тоже нужно что-то делать. Ладно, это тарелки. Они разваливаются на раз-два. А вот это все дерьмо, которое мелкое. Я даже не знаю. Ну не, он туда просто не попадет в жизнь. Капец, у него там 60 хп. Все хорошо там. В лицо пошло. Ты хорош. Блин, а он в натуре сейчас начнет себе уже карты палить. Одна карта у него осталась. У меня есть два ледяных блока. Айс блока. Окей. Проблема-то в том, что у меня лицо тоже не это самое. Тоже сейчас закончится. Мне придется гетоны отдавать, иначе он меня убьет. Секрет просто не сработает. Так, пошел первый фатик. Еще пока живем. Ё-моё. Ё-моё, успокойся там. Посмотрите на это чё? Это чё вообще? Так, мы на всякие пожарные пока сюда выстрелим. Потом будем это все убивать. Ё-моё. Да куда в лицо-то? Ё-моё. Ать, ать. Так, три урона он получает. Кушать подано. Кто хочет глоточек? 13-13 тарелки. У тебя там все хорошо? Ну ладно. Так, волна огня. Ну, у меня еще 10 карт в колоде, в принципе. Но он, блин, каждый ход ставит 2 этих 1-1. И с ними тоже нужно что-то делать. Что у него за карта в руках, интересно? Вестник Рока. Ну, секрет он мне откроет, окей. У меня есть второй. 5 урона. Ой, мне так нравится, что он сначала играет эти... Сначала играет тарелки, а потом он ходит. Так, Петроглиф может мне выиграть игру. Ледяное копье. Ну тут вулканическое зелье, хочешь не хочешь. Так, 6 урона. Кушать подано. Что он держит в руках последнее? То есть сумасшедшее, что ли? Ну, за 8 ходов мы должны его выиграть, по идее. Кушать подано. Там уже 8, next ход 9. Все, следующий ход летал. Красиво, ребят, вот это вот красивая игра, согласитесь. Но через фатик убили босса. По-моему, идеально. Идеально просто. Кра-кра, красиво. Кто уберет посуду? Иди убирай там свою посуду. Что за бардак?
Ох, что за бардак. Ладно, ребят, переходим к следующему боссу. С этим было забавно посражаться, тогда фатига. Окей, едем дальше. Следующий босс у нас волшебное зеркало. Оно спамит 1-1 существ, ну, любых призванных существ. На самом деле, кажется, просто, но нет. Я довольно-таки намучился с этим боссом, но придумал, чем ее можно поконтрить. Сейчас мы ее будем милить, ребят. Мы ее сейчас замилим просто. Под конец я прям там начну потеть, ребят, так что это самое. Никаких шуток, только серьезная игра. Сори. Так, Маев, волшебное мерзкое зеркало. Шаг сквозь тень, подготовка вестник Рока. Не, шаг сквозь тень только оставляем, остальное все нафиг. Хотя вестник Рока тоже тащит каточку, можно было его и оставить. О, вайшеский оракул, шаг сквозь тень. Нормально. А вот и вестник Рок пришел. Умри там, насекомое. Сам ты урод. Не выеживайся. Пока можно и потерпеть. Я восстановлю справедливость. Сапчик еще пришел. О, началось. Вот это мерзко, конечно. Я восстановлю справедливость. Ладно, терпим пока. Пока терпим. Я хочу посмотреть, как он далеко может зайти. А, ну, видать, очень далеко. Ну, сейчас вестник Рока, других вариантов нету. Не знаю, нужно ли мне его вернуть. Наверное, нет. Я восстановлю справедливость. Я мечтаю быть похожей на тебя. Да хватит каждый ход спамить свою херню. Ей-богу. Сколько можно? Воу, вот это хорошая карта. 20 карт у него осталось. И 4 карты в руке. Как ему так везет, что он каждый ход ставит эту? Ладно. Блин, обидно то, что он скопировал именно эту 4-6. А с одной стороны, хорошо. Я ему просто монетками буду забивать руку. Но, блин. 4-6 существо, это много. Он может сейчас накидать своего говна. Так, ладно, монетку это он хорошо, что мне подарил. Мне бы сейчас подготовку. Вестник Рока. Это, кстати, хорошая карта. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Так, подожди. Даем ему монетки. Шесть карт. Входим в лицо. Делаем так. У него 8 карт. Делаем сейчас сап. Ваниш, точнее. Он получает еще 2 карты, и весь его стол умирает. Правильно? Правильно. Калькулейтед, ребят. Умри, насекомое. Минус раздвоение. Ну, в жопу засунь там эту свою свечку. Так, дальше мы что делаем? Нужно ему одну карту дать. Мы делаем вот так. Так, минус гнев. Возвращаем. Давай передохнем. Ставим вестника. Конец близок! Конец близок! Минус стол. Минус отражение. Дальше мы делаем что? Дечим еще карту. Подрывница. Неплохо. Монетка. Вообще неплохо. Так, дэчим карту. 10 карт у него. Кстати, могли вообще там интересно сыграть.
Это даем сюда. Это сюда. Монетка пригодится. Минус размах. Блин, Ронина не сожгли, вот это обидно. Нужен... Не ты. Не ты мне нужен. Нужен еще один ваниш. Срочно. 9 карт. Одного мы можем вернуть. И он не принесет ему карт. Подожди, я могу сделать вообще вот так. Вороватый. Монетка. Ай, там же антимагия. Вот я дебил. А, ну ему он все равно. Да, нормально, нормально. Пойдет. Минус. Стрелы он не получает. Тут мы прожимаем. Я восстановлю справедливость. Идем сюда. Идем сюда. Спасайтесь, кто может. Идем сюда. Вот это больно сейчас, конечно. Ну, эти стрелы. Ну, я ему, конечно, руку монетками забью, но, блин, мало хп, очень мало хп. Слишком мало хп. Даем ему монетку. Сейчас мы ему пожгем карты. Берем карту. Мукла. Отлично. Давай передохнем. Это забираем. Давай передохнем. Есть проблема. 8 карт. Есть проблема, это 8 карт. Вот так вот. И ваниш. Друг грабич. Останется загадкой, почему я не сыграл монетку, но да ладно. У него там 5 карт осталось. У меня тоже карта сгорит. В моей руке слишком много карт. Блин. Блин. Вот это сейчас, конечно, обидно было. Минус мы на змей. За одну ману я ничего поставить не могу. Могу только в лицо сходить. Фух, минус Антошка. Так, у меня осталось 6 карт. Мне с этим нужно что-то делать. Не так все просто. Так, все, это его последние карты. Я больше добирать не могу. Мне это надо. Мне это надо. Я могу рыбачить весь день. Я могу рыбачить весь день. Так. Что у него там в руках? Это мы съедаем. Раздвоение. Угу. Неинтересно. Свою карту нельзя сапнуть? Нельзя. Только сначала походить. Сколько у него фатиг был? 2, 3, 4. На самом деле у меня тут был летал. Если бы я вернул Вайширского, то он бы нанес 3 урона, потом 4, начался бы ход противника и нанесло бы 5 урона. Это как раз был бы летал 12 урона. Но я этого не заметил. Но как где-то на подсознательном уровне я понял, что он там был. Я восстановлю справедливость. Окей. Ну все, ГГ.
потнейшая, ребят. Ну, где-то я по-любому там на мисплеил, я знаю, у меня поправить. Но я выиграл, и это главное. По-моему, как-то если я по-другому сыграл, я мог ход раньше выиграть. По-моему. Но это не точно. В общем, как-то так. Тяжелый босс, блин, тяжелый. Ну и остались у нас, ребят, шахматы. Давно я в них не играл. Уничтожает крайнее левое существо противника. Ну, это не очень важно. Запомнить, что левое существо убивает. Ну что, покидаемся пешками. Как же меня задолбал этот черный король. Вы не представляете, ребят. На самом деле это... было сложно. Но это и еще не факт, что я победил, как бы, да? Тем не менее. Нам нужно три пешечки. Три пешечки. Отлично. Хороший старт. Отличный старт, я бы даже сказал. Фигуры атакуют автоматически. Ну, четыре пешки — это уже перебор. Нам нужно только три. Да. Конь. Конь тоже хорошо. Да. Да больно, блин. Перестань. Так, больше ставить нельзя. Еще поставлю, будет уже... Мы будем стоять в линию, и это будет невыгодно. Пока мы вносим больше урона, это главное. Так, тут сразу конь. До свидания. Хорошо идем, хорошо. Блин, шли хорошо. Ладно, тут конь разменяет. Блин, коня побили. Конь подбитый. Ай, блин. Не-не-не-не-не. Я ошибся. Если я убью, они станут в ряд. На самом деле пофиг, потому что у меня... У меня есть еще одно существо. Минус конь. Как же он мне надоел. Как же я тебя ненавижу. Изумительно. Так. Я просто не могу, ребята, комментировать. Я уже какую игру играю, у меня жопа горит. Я прошлую мог выиграть, но я неправильно выставил карту, от этого горит жопа сейчас. Ну, точнее, я не то, что неправильно выставил, просто ему вот конь с рывком пришел, и он выиграл из-за этого. Козел. Изумительно. На самом деле, как бы и выгодно, но с другой стороны, как бы и не очень. Нет, тут остается, тут трогать нельзя. Ладно. Если б я не ставил, ну, зато так я отхилил стол. По-моему, так правильно. Ой, пошел ты, ей-богу. Ты задолбал. Вечно у него все так получается. Все у него так складывается хорошо. Конечно же, я не могу сюда поставить карту. Так, по идее, красиво получается. Шах и мат. Так, это манда приперлась. Отлично.
нормально. Так, 8 хп. Тащим на скиллухи, ребят. Главное не запороть сейчас. Где моя? Где моя эта 4 урона, которые наносят? Сейчас прям отлично бы заехала. Ага, вот она. Нет, так, наверное, слишком нагло. А чё слишком нагло? По-моему, я успею 2 урона нанести. Шах и мат. Ну-ка. Чисто на пуш пошли, чисто на пуш. Ну, все. Не, не все. Не, все. Потнявая. Просто потнейшая. Все калькулейтед. Фух. Чисто зафейсролил. Блин, капец, я на нем намучился. Доберемся до вершины, и вечеринка будет спасена. Да я уже, я с вершины вниз иду, братан. Итак, пройдено. А, остался еще последний. Последний босс, точно. Я думал, уже дадут рубашку, но нет. Ладно, ребят, переходим к последнему боссу. Гребаные шахматы, как же я с ними намучился, это просто все. Ну и последний такой небольшой, это, так я понимаю, пролог Молчезара. И пойдем мы с ним сейчас поиграем. Это самый первый пролог. Медив против принца Молчезара. Я думаю, что это не должно быть сложно, но мы попробуем. А вдруг? На такой прекрасной ноте и закончим. Ваш герой получает 10 брони. Наверное, нет. Пока, наверное, нет. Я не знаю, что у него... Ну, я не играл, я просто не помню. Вы разыгрываете 5 случайных секретов мага. Неплохо. Давай, любое легендарное существо. Еще с прошлого раза дыру в крыше не заделали. Что это за говно? Что это за говнокарта? Я вас умоляю. Меня не открыты все реальности, все измерения. Кроме этой вечеринки. Как же он рофлит. Вы получаете 5 дополнительных кристаллов маны до конца хода. А это что дает? Выберете 3 карты. Давай 3 карты. Когда вы разыгрываете заклинание, вы замешиваете в колоду его копию. Окей, давай так. Тогда давай так. А, мне маны не хватит, да? А, не, нормально, нормально. Все нормально. Ё-моё! Вы просто взгляните на это. Шахматы. Настоящие гости вот-вот прибудут. Заткнись со своими шахматами, я уже пожрал говна с этими шахматами вашими. Спасибо, не хочу больше. Раздвоение. Мощное раздвоение, конечно. Ничего не хочу сказать. Очень полезное. Фаербол. Было бы неплохо, конечно, ну как-то. Ладно, сыграем пока броню. Сэр. Антимага и обращение Хорчера. Плет, ледяная преграда. Я понял, не беси меня. Но на самом деле я херню какую-то раздвоил. А, антимагия. До свидули. А, броня. До свидули. Я, конечно, понимаю, жуткая чешуя имба, но... Но не совсем. О-о-о. Понял. Сейчас бы Молчезара призвал. Ой, ну да, Молчезара.
Рейдовые боссы требуют, чтобы их тоже пригласили. Ну, пусть заходят, я им тоже наваляю. О, ну какого кровавый бой. Щероплет его парайс. Ваше заклинание на этом ходу стоит 0. Ну-ка. Дай посмотреть, что есть. Вы получаете плюс 5 к урону. О, кристаллики маны. Интересно. Ну, мне сейчас не надо, наверное. Next shot, может быть. Мороз, мы забыли надуть шарики. 6 плюс 10 шариков. Это 11. Вы забыли? Мурлоки боятся шариков. Вот откуда, ребята, это. Вот откуда. Откуда Хардстоунер это взял. Я понял. На самом деле я сейчас могу миллиард по АУЕ нанести. Прям вот реально миллиард. Мне, наверное, не надо. Найс, стрела сгорела. Красиво. Красиво. Так, ты мне надоел. Блин. Да ё-моё. Ну ты серьезно. Ой, ладно. Остальное придется не тратить. Издевательство. Кто позвал этого слюнтяя Джараксуса? Слышал, как он поет в караоке? Это нечто. И он даже не спалил библиотеку. Что, была какая-то история, что Молчазар спалил библиотеку. Разогнался он там. Угу. 14 карт тем временем осталось. О, его парать в 1-1. Ну ё-моё. Что ты будешь делать? Я даже не знаю, что там вообще есть. О. Класс. Я хочу быть как Меди. Класс. Я хочу быть как Меди. Мурлинзе. Блин, я сжег себе карту, ну ё-моё. С удовольствием посмотрю, как ты будешь умирать. Ну, вообще у меня есть минус 6. Крайняк. И видать, этот крайняк настал. Ну, пока жив мой 2-4, можно фаерболы закинуть. Все-таки 11 урона. Да какой электлена, успокойся там. Мерзкий Молчазар. Минус один. У него там стрелы бесконечные, ой, секреты бесконечные, что ли? Вот эти вот ваши 2-4, которые мне все портят. Оп. Красиво. Меня.
О, вот это я понимаю. Вот это хорошая карта. Лично Оки. Другое дело. Так, ну эту всю хрень я могу зачистить. Хорош топ-дек. Я пока, наверное, так. Добор в конце, ну пофиг. Мне сейчас это было, в принципе, не важно. У-ту-ту, до свидания, антимагия. У меня еще и глыба есть. 9 карт. Нельзя. Я чувствую. Дело сделано. О, вот это хорошая карта. Плюс 5 к урону. Ой, сердце демона, вчера плета. Нормально. Такое себе. На самом деле такое себе. Так, пришло время идти в лицо. Добирать нельзя. Нельзя. Нормально. Всем 8 демонов. Плевал, на самом деле, я в него. О, сынок. Господи, что происходит? Просто 22. Ой, блин. Конечно же, он рыбка вытащит. Конечно же. Конечно же. Как же по-другому. О, сынок. Вот это топ-дик, вот это я понимаю. Ну, легчайшее, даже со всеми мисплеями. Возвращайся в пустоту, демон. Тут было не принципиально. А, вот он забирает меня с собой. Ну все, победа. Победа! О, ребят. Что ты там? Вечеринка в Каражане, героическая пройдено. Вы завершили прохождение вечеринки в Каражане в героическом режиме. Отпразднуйте это новой рубашкой для карт. Посмотрите, какая красивая. Ой. Красота! Это было тяжело, ребят. Ну, некоторые были очень легкие. Ого. Вечеринка началась вовремя. Приходите через неделю. У Медива день рождения, и мне... не помешает помощь. Угу. Ну, самый слабый это оперный театр. Серьезно, очень слабое крыло. Зверинец был, только вот этот босс более-менее такой сложный. Но и то, изи проходится. Финальная битва самая сложная пока. В шахматы я тоже довольно много потратил. Вообще, зал был, наверное, самый реально сложный. Ну, если всех вместе троем брать, то он действительно неплохой такой квартал. Тут изи-изи очень сложно. Тут изи-изи средне. Тут вообще все изи. Тут средне. Даже можно сказать тяжело. То есть пока поймешь там эти фишки, размены, даже можно сказать, что тяжело. Типа там
как правильно выставлять стол. Там очень решает позиционка. Ну, как-то так. Не знаю, ребят, ставим лайк, если вам понравилось это прохождение. Ну, финальная битва, то есть, ну, это первая битва, она больше фановая. Там проиграть, по-моему, слишком сложно было бы. Ставим лайк, подписываемся на канал. И ждем следующего прохождения. Мы отправляемся в Лигу Исследователей. Нас ждет все та же геройка. Но тут будет посложнее, ребят. Тут, во-первых, боссов побольше. А, нет, не больше, столько же, не? Раз, два, три. Ой, начнем с храма Орсиса. И пойдем сверху вниз. В этот раз пойдем правильно. Потом доберемся до Черной горы. И потом вернемся в старый добрый Наксрамос. Но на этом все, ребят. Еще раз по дейлик. Еще раз подписываемся, ребят, на канал, делимся видео с друзьями, не знаю, нас все больше и больше становится, это приятно. Всем удачи, всем пока.